Я открыл секретную комнатку! Red Cat! Там находится Red Cat! Вот это да! Приветствую вас на канале Red Cat! Сегодня мы поиграем в Гертруду. Я вам расскажу, как получить крутой значок над своей головой, также 3000 монеток, ну и, конечно же, саму секретную комнатку и как туда пробраться. Вот такой вот у вас персонажик будет над вами, если вы захотите. Мне кажется, это просто мега топово. И сейчас, когда я хожу в Гертруде, я самый крутой, потому что этот значок никто не знает, как получить. И, соответственно, все удивляются и спрашивают, как же ты это получил? Это только у Red Cat такой значок. Но нет, ребят, я поделюсь с вами, расскажу, как вам тоже получить этот значок, и вы сможете тоже с ним ходить в игре. Ну что ж, ребята, усаживайтесь поудобнее, я расскажу также про другие секреты, о которых я не рассказал, и изменения, потому что я давно не играл еще в первую часть, тоже вам расскажу, что и где поменялось. Так, и по поводу нового последнего эпизода хочу еще тоже вам подсказать лайфхак. Вы можете купить морковку на спавне за 500 монеток, и тогда здесь, в подвале, вы сможете ее использовать. Сейчас я отдам ее Риалмастеру для того, чтобы он убил Чупагагу, который лазит в подвале. Это прям мега удобно, потому что он действительно тут довольно-таки мешается. А так вы кинете в него морковку, и все, он пропадет. Все, смотрите, мастер пошел, кинул морковкой, и Чупагага у нас развалился. Теперь вы можете спокойненько походить, полутать подвальчик, и вам не нужны вот эти вот нервы все время бегать от этого Чупагаги. Ну и кто не знает, тут также есть пасхалочка, одна секретная комнатка с сундуком. Кто первый доберется до этой секретки, тот и получит лут из этого сундука. Немного, но тем не менее. Вот смотрите, я его открываю и получаю ранг «Охотник за сокровищами». Следующий уже получить этот ранг не сможет. Ну и также, ребят, сейчас я покажу, как можно найти здесь Луцика. Потому что здесь, ребята, именно здесь вам нужно его найти до того, как его спасет его отец. Поэтому идем вот сюда вот, доходим до деревни, где у нас бегают Чупагаги. Ой-ой. И вот здесь, собственно, сейчас мы будем идти дальше. Так, я убежал от Чупагаги сюда. Вы можете, в принципе, идти сразу. Сейчас я выпью на всякий случай витаминку. Вот, побежал мимо него. И пробегаем вот сюда. Вот здесь на пирсе у нас и будет несчастный Луци, которого мы спасем с помощью аптечки. Так что берите аптечку. И это, ребята, уже будет третий друг, которого я спас. Очень много изменений в целом в игре. Если вы заметили, теперь уже нету разных предметов. За все предметы луты только вы находите аптечки. Также очень круто изменили первую часть. Сейчас я вам тоже ее покажу. Но перед этим, вот, смотрите, третий мой друг появился. Вот он. Давайте с ним сначала пообщаемся. А круто, мы сбежали от гигантского краба. Сталкер кидала, я бы на твоем месте ему не доверял. И поговорим. Спасибо, что спас Кунтика и Виги. Кстати, здесь они Луцика не добавили. Наверное, еще, я надеюсь, тут диалог поменяют. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну а теперь отправляемся в психушку, ребята. Я покажу, здесь находится секретная комнатка и как в нее попасть. Ну а также мы посмотрим побеги и изменения. Вот смотрите, ребята, теперь вот здесь вот разлом, можно здесь выходить из психушки. Также бабушка или кто это, которая, колдунья, которая вам может подсказать, где какой предмет находится, она тоже, видно, сидит все время на первом этаже. Здесь вы видите, нет уже палки, которая подпирала, поэтому можно спокойно теперь уже заходить в эту комнатку. И дальше уже прыгать в люк подвала для побега и так далее. Очень классно сделали с кодом. Когда включили электричество, вы можете нажать вот здесь вот. И слева, видите, появился код директора. Его не нужно теперь запоминать. И он отображается у всех игроков. Еще переделали побег с веревкой. Теперь перед этим нужно взять вот этот вот кружочек и вставить сюда рычажочек. И только после этого, когда уберется пар, вы сможете отсюда убежать. Ну, такие вот тоже небольшие переделки. Дальше, ребята, вот здесь вот, где у нас склад, когда вы введете код и проберетесь вот сюда вот, тут уже не будет лабиринта, как раньше. И к Чупагаге в секретном третьем этаже вы можете пробраться уже напрямую. Также вы сразу же здесь можете забрать морковку, поэтому это очень удобно. Ну и с помощью морковки убить Чупагагу, который находится на чердаке, что только что и сделал мастер. Спасибо ему за это, вот он развалился. И теперь можно забирать сундук с 3000
монетками. Все, открываем, получаем еще 2000 бейдж. Также, ребята, лифт теперь работает сразу же после того, как починили электричество. А Луцик, кто у нас тут здесь? Тут не Луцик, а Кунтик, который прячется. Он все время теперь прячется на третьем этаже в изоляторе номер 2. Для того, чтобы его открыть, вам понадобится лом. Прибегаете с ломчиком вот сюда вот и открываете. Все, вот он, смотрите, сейчас мы его починим. Дадим ему аптечку. Ей, он доволен, мы его спасли. Супер! Идем дальше, ребят. Теперь, что касается побега. Во-первых, кстати, морозилку переставили ближе к выходу. Вообще убрали задний двор, убрали вторую собаку и стало все более компактно. Ну и сложность теперь. Психушки поставили как легкой, поэтому ее максимально облегчили прохождение. Вот здесь теперь находится у нас водитель водитель нашего автобуса. Это что, классно, что ты выжил. Я думал, что я остался один. Я хочу убежать с помощью поезда. Тебе, короче, нужно найти, как это сделать. Но он предупреждает, что здесь всякие пауки прячутся и так далее. Как это проходить? Вот здесь вот записка с кодом, видите? Вон, код видно 6078, по-моему. Да, вон циферки. Аккуратно, потому что сверху действительно пауки можно проползти. Вот таким образом, главное не вставать. Если вы встанете, сейчас покажу, то он набросится на вас и будет грызть, нужна будет морковка. Ладно, ну, морковка у меня есть, давайте теперь ее съедим. Рычажочек справа я уже нажал. До этого здесь газы были, так что можем уже проходить. Вводим кодик, который у вас будет. У меня он 6078 на бумажке. Проходим. Вот это все, ребята, я еще ни разу не проходил. Это, в принципе, раньше добавили, но я еще не проходил это, поэтому не знаю. Так, здесь вентиль крутим, чтобы воду включить. Кстати, ребята, сейчас уже не нужно в игре... отвертки убрали, и теперь лут может повторяться. К примеру, там лом или еще какие-то вещи, которые раньше было проблематично найти из-за того, что некоторые игроки их держали у себя, а теперь их несколько, и можно найти два одинаковых предмета в игре. Это тоже очень удобно. Так, забираю я рычажочек. Сейчас опять крутим вентиль, чтобы убрать теперь воду, чтобы меня тут не коротнуло электричеством. Теперь берем сюда, вставляем. И открывается дверка. Здесь забираем пилу и идем спиливать замок. Так. Вот. Ломаем замок, ребята. Открываем дверку и вперед. Вперед, вперед, вперед. Труба зовет. Все, ребята, здесь у нас уголь. Носим его. Можем по две штучки носить. У меня, видите, аптечку я почему-то не брал. Ну, просто покажу, куда нести. Ну, тут, если, кстати, у вас тут есть баллончик, лучше здесь закрасить, потому что на этой локации очень раздражает Гертруда. И стрелку, да, тоже переключите, после чего с помощью зажигалки можете уже делать побег. Так, давайте посмотрим, сколько нам дадут за этот побег с помощью поезда. Заодно, кстати, посмотрим. Плюс 500... Escape бонус, ну немного. Хорошо, давайте сделаем следующее прохождение. Следующее прохождение у нас тоже поменяли, это НЛО. Теперь достаточно только две доски, раньше надо было целых 4. Сейчас достаточно двух. Так, давайте сейчас я поставлю. Вот отойди-ка. Вот. Так, переходите, обязательно забираете липкую ленту, вот эту, изоленту, чтобы вот здесь вот перемотать провод, потому что он коротит, вот видите. Все, мы починили. И теперь мы сможем продолжать идти дальше. Еще ставим сюда. Вот тут есть всякие штуки. И вот тут, вот смотрите, у нас дверь, теперь она работает. Нажимаем на нее, и она открывается. Здесь прям что-то невероятное построили. Смотрите. Супер защищенный сейф. Не знаю, зачем все это добавили, если честно. Лазер, пустыня, сейф. Как-то это странно выглядит. После того, как вы это проходите, вы опять попадаете, по сути, в такую же пещеру. Так, ну здесь вот это, наверное, не самый правильный способ прохождения. Потому что, видите, меня так довольно-таки дамажит. Периодически лучше приседать только когда вот такой вот лазер. А так лучше, наверное, действительно так пробежать. И вы урона меньше получите, чем будете потихонечку, аккуратненько проходить.
Поэтому советую делать именно таким образом. Так, ну что, вниз дальше уже как и по классике все. Открываем дверь, забираем морковку, берем морковку, находим бычка, приманиваем бычка, как в Майнкрафте. И после этого прилетит НЛО и заберет вас вместе с этим бычком. Ну или коровой. Все, ребята, подманили. Прилетела НЛОшка. Давайте посмотрим, сколько за побег мне дадут. Так, НЛО хоть через 10 секунд. Отлично, полетели. Ну, покажи, сколько. 700. Опа, нормально. Я так понимаю, что за НЛО, наверное, больше всего дают, да? И пирс, ребята, пирс тоже поменяли. Вот такой вот вам ключик понадобится, чтобы сюда попасть. Вы его открываете. Еще нам понадобится изолента, чтобы перемотать. Вот здесь, видите, справа у нас провод был, чтобы здесь не коротило воду и вы смогли пройти. И теперь идете в дом. Как и раньше, в этом домике у нас лежит труп, скелет, который держит канистру. Вот он лежит. Забираете у него канистру и теперь уже можем возвращаться обратно на пирс. Полетели на пирс. Вот так вот выглядит теперь пирс. Тут тоже, видите, изменили, накидали тут крышу, всякое повесили. Ну, короче, переработали довольно-таки карту по сравнению с тем, что я проходил в самой первой версии. И, соответственно, намного стало все легче по прохождению. Вот, обратите внимание, ребята, за 7 минут мы полностью заспидранили эту локацию и сделали, собственно, побег на лодке. Давайте опять же таки посмотрим, сколько же нам за это дадут. 400. Ну и, по-моему, на машине тоже где-то 400, наверное, или 300, там немного. И сейчас, ребята, самое интересненькое, что я вам хочу показать, это то, как получить все-таки то, что я анонсировал. Итак, чтобы получить, зайти в секретную комнатку и получить, во-первых, куча монеток, во-вторых, статус Red Cat. Плюс, по-моему, бэдж еще дают за это. Что вам нужно? Спускаетесь вниз, берете ломик и идете по подвальчику. Так, здесь закрыто у нас. Кстати, подвал сделали уже по кругу. Вот, элевейтор, там, где лифт. Ломаете и открываете. Здесь эти вентили есть. Если что, вы можете тоже его использовать для того, чтобы потом воспользоваться выходом из подвала. Я, кстати, этот выход вам тоже покажу, потому что его там тоже немножко переделали. Порошочек можно взять потом для мамаши. И идем дальше. Так, лифт мы сделали. Все, можно, в принципе, тут и лифт вызывать. Так, походу, мне сюда не надо было. Ладно, забудьте, ребята. Нам лифт не обязательно было чинить. Идем дальше. Так, вот здесь, видите, решетка, она подсвечивается. Тут можно пройти сквозь эту решетку и сквозь эту текстурку. Попадаете вниз, и вот здесь вот вы можете ввести код. Код 8, RedCat 8. Вводим, и открывается секретная дверь, и я тут, ребята! Пасхалка со мной ждет вас, танцует. И теперь вы можете подойти и активировать сундук. Открываете, вот 3000 монеток вы получите и ачивку Реда. Теперь вы можете одевать, менять свой статус. Вот тут вот на L нажимаете английскую и можете выбрать себе статус. Ну и, соответственно, всех удивить, кто не знает еще про эту пасхалку и про этот кодик. Ну и да, ребят, переделали выход. Вот, кстати, не зря я тут отключил токсичность. Теперь я могу через этот выход выйти. Вот так он теперь выглядит. И поворотик тут налево. Або, по-моему, направо. Ну что ж, ребята, мы вышли. Еще вам новый побег показал. И, наверное, пока на этом все. Ждем новое обновление, оно уже делается. И это будет карта метро. Обязательно, ребят, подписываемся. Спасибо за просмотр. Всем пока!